fuerzas ultra penetrantes. Estamos cansados de los farsantes. De los... Очень красиво, Михо. Правда, бесполезно. Я кое-что принес, Диего. Протяни руки. Папа! Итак, в гранате 4 основные части. Корпус, внутри взрывчатка, запал, рычаг и, конечно, чека. Папа, ты что? Дыши, Диего. Дыши. Чека лишь удерживает рычаг. Вот когда ты отпустишь его, граната рванет. Бум! За мной. Живо. Я Эль Пресиденте. И однажды это бремя придется нести тебе. А наш народ не умеет быть счастливым. Людей терзают их убеждения. Ропот, нерешительность. Их душит их же свобода. Даже если ты любишь их всем сердцем, желаешь им самого лучшего и хочешь спасти их от самих себя, тебя возненавидят, очернят все твои дела, слова, взгляды. Они ответят тебе воплями. Назовут злодеем, монстром и отплатят вот этим. Так ответь мне, разве ты злодей? Разве ты монстр? Ведь наша страна, как эта граната, правда, главных частей только две. Наш народ. И ты, сын, твоя хватка должна быть крепкой. А не то. Все. Бум. Ну что, ты понял? Докажи мне.